Певка, нужно следить за кошелем. Нужно такая Минотавра! Все, Минотавров, подходи! Узнай, как победить Минотавра! Есть прием, который ненавидят все Минотавры! Подходи, если не хочешь потом взирать на свое обезглавленное тело со стороны! Сам Минотавр рекомендует этот тур! Послушай советы знатока Минотавров, чтобы не опозорить родителей. Жена, наш сын уходил сразить Минотавра. Он уже вернулся с победой. Нет, мой муж, он не стал платить юному знатоку Минотавров и трагически погиб. Над нами смеются всей Агорой. Зря его растили. Хочешь, чтобы твои родители так сказали? Хочешь? Нет. Тогда пройди по следам Минотавра! Поищу укрытие. Подальше. Помни. Идет за тобой.
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Командир рассказывал, что изучает спартанскую стратегию? Нет. Нужно знать все о своем противнике. Ну, это он так говорит. Нет! Не сим! Я молю вас. Huh?
говорит. Я что-то слышу. И все-таки здесь никого. Что это? Надо взглянуть. Силам Афин нанесен урон.
найду укрытие. Τάχιστα απελθύμε. Νίδια! Ραζαγγίς! Я прыгну! Это бакса! Кумната, что происходит? Я прыгаю! Я не хочу! Я прыгаю! Оттуда хороший вид. Он залез посмотреть и забыл, как спускаться. Помогите ему. Не глупи. Подумай о матери. И еще больше хочется. Назад! Назад! Я прыгну! Не делай этого. У каждого есть ради чего жить. Но не у меня. У меня ничего нет. Я никто! Это даже не броня! Это мамин поднос! Не самый лучший! Я неудачник! Неудачник! Для меня ты воин. Воинам присущ страх. И нечего стыдиться. Страх помогает выжить. Страх — это временно. А честь нет. Спрыгнув, ты запятнаешь свою честь. Посмертно. Поговорим. Честь. Точно. Моя деревня бедна. Ни торговли, ни приезжих. Мы погибаем. Меня выбрали убить Минотавра в надежде, что это нас прославит. Спасет, быть может. Но я не гожусь в убийце Минотавра. Меня обокрали в первый же день здесь. И кто? Проводник. Охота на чудищ не всем по плечу. Даже не став убийцей Минотавра, ты найдешь способ спасти деревню. Ты прав! Мне просто нужно всех обмануть! Не перевирай мои слова! Обман сработает. Люди здесь очень добры и слегка глуповаты. Правда? Не верится? Пусть думает, что я убил Минотавра.
Деревня станет моим святилищем. Я буду как Тесей. Морис великолепный, убийца Минотавра. Мы будем жить как прежде. Какая-то мечта. Зато люди вспомнят о нас, начнут торговать с нами. Это достойная мечта. Я должен выглядеть, как подобает победителю Минотавров. Достань самый броский доспех правителя Певки и оружие, которое я якобы вырвал из рук Минотавра. То есть из копыт. Я нашел доспех, он довольно броский. Боги, он идеален. Еще мне нужен топор Минотавра или убийца Минотавра. Большой топор. Поможешь мне? Я здесь, чтобы помочь. Ладно, ладно, ладно. Что тебе еще рассказать? Топор, будто бы принадлежавший Минотавру. Певки, есть торговцы таким оружием? Мне рассказывали, что в крепости Лато прячут легендарный топор. Вот он-то мне и нужен. И что же в нем особенного? К нему прикасался Тесей дважды. Тесей перепробовал немало топоров. Ну, да. Но этот он трогал дважды. Вот таким топором и вооружился бы Минотавр. Ладно, я найду доспех и топор, достойные убийцы Минотавра. Только не прыгай. И не подумаю. Об этом доспехе говорил Морис. И впрямь броский. Thank you.
Вот топор, который искал человек с крыши. Довольно тяжелый. Сможет ли он поднять его? Теперь у меня есть все, чтобы человек с крыши вновь прославил свою деревню. Отнесу ему эти вещи, пока он не спрыгнул.
Я здесь. Благодаря этим вещам ты сможешь всех обмануть. О, превосходно! Не беспокойся, это ложь во спасение. Про нашу деревню снова вспомнят. Не мог бы ты, ну, отдать мне эти вещи? Конечно, топор и доспех твои. Отвернись-ка, дай мне переодеться. О, выглядишь как герой. Будто ты прикончил целую семью минотавров. Что, правда? Ты мне не врешь? Не вру. Твой грозный вид даже меня немного пугает. Ого! Все хорошо! Я теперь герой! Я спускаюсь! Чувствую себя героем. Старый незнакомец, нужно что-нибудь? Является ли жестокость основой природы? Можно ли жить в мире, или он всего лишь мост между войнами? Лучше воевать, чем размышлять о войне. Ближе к делу. О, ладно. На смену сильным лидерам приходят подлецы. Командир лагеря неподалеку оказался жестоким тираном. Преподай урок ему и его людям. Похоже, ты просишь убить афинского командира. Хороший план. Тебе сегодня везет. Я уже сделал все, что нужно. Безупречно, наемник. Вот, держи. Я довожу дела до конца.
Нужна помощь наемника, незнакомец? Не хочешь ли купить защитные амулеты, Мисти? Он будет защищать тебя от зла. Лучшая защита — мой меч. Это очень кстати. Меня ищет недовольный покупатель. Пусть тебя защитят амулеты. Иногда и магии нужна помощь. Мне разобраться с ним? Ну что? Я возьмусь за это. Это хорошо для нас обоих. Хайре! Они абсолютно сломаны! Купить жетон! Не делай глупости! Прошу, просто заплати за жетон! Подумай, прошу! Его не победить! Он так силен! Купить жетон у судьи — единственное правильное решение! Подумай, прошу! Поговори с Леандросом и приходи. Я сокрушу твой череп. Да! Я наемник. Я пришел за тобой. Ты знаешь, что это значит? Нет, прошу. Как я могу заставить тебя передумать? Я могу помочь тебе сбежать. Хочешь вступить в мою команду? Бросить семью и уплыть с наемником, которого прислали меня убить? Ну что ж, ладно. С ним покончено, Мисти? Он больше никого не побеспокоит. Безупречно, наемник. Вот, держи. Рад помочь.